Телеканал КРТ представляє. Благодаря поэту-матерщиннику Сергею Шнурову у нас сложился некий стереотип в отношении кандидатов, участвующих в выборах. Но даже если ты сертифицированный натурал, то все равно существует риск быть опущенным. Этот тезис на собственной шкуре прочувствовал кандидат в мэры Парижа от макроновской партии «Вперед Республика» Бенджамин Гриво, когда обнаружил в интернете свои эротические видео с любовницей при наличии законной жены и ключевом тезисе избирательной кампании в защиту семейных ценностей. Личный друг и любимец Макрона Гриво был вынужден снять свою кандидатуру, а партия срочно выдвигает Аньес Бусан, экс-министра здравоохранения. Самое забавное, что это может пойти на пользу «Вперед Республика», так как депутат от партии Макрона, гениальный математик Вилларди, выдвинувшийся в мэры Парижа от экологического движения, заявил о готовности поддержать Бусан. Но электоральная история здесь вторична по сравнению с личностью Петра Павленского, авторизовавшего слив эротического видео. Это тот самый российский акционист, который прибивал свою мошонку к брусчатке Красной площади, отрезал у себя мочку уха и поджигал парадную дверь ФСБ, вызывая восторг либеральной интеллигенции от Лиссабона до Владивостока. Далее он подался в политические беженцы, сначала в Украину, далее во Францию. В Париже в 2017 году он отличился поджогом парадных дверей Банка Франции. За что? За то, что именно этот банк профинансировал версальцев и сенегальских стрелков, подавивших, внимание, в 1871 году Парижскую коммуну. Почему он это сделал в 2017 году? Потому что, по мнению Павленского, это год столетия революции, приблизившей Россию к свободе. И тут даже французской либеральной интеллигенции оказалось проще тихо охренеть, нежели пытаться найти причинно-следственные связи в акциях Павленского. Короче, если в России Павленский за дверь ФСБ отделался штрафом суммарно около миллиона рублей или 150 тысяч долларов, то во Франции он получил 3 года тюрьмы, правда, 2 из них условно. И вот в день всех влюбленных, 14 февраля, Павленский вновь громко напомнил о себе, заявив, цитата, «Я не борюсь с моралью Гриво или его личным выбором, я борюсь с политическим обманом. Лицемерие стало во Франции нормой, а нормой оно быть не может и не должно». Конец цитаты. Французская прокуратура уже возбудила против него уголовное дело по статье «Вмешательство в личную жизнь». А ряд депутатов от партии «Вперед Республика» потребовали отказа акционисту в политическом убежище и депортации его в Россию. Вы звери! Вы звери, господа! Это же ваш кандидат отсылал через приложение своей любовнице их эротические видео. Ну и кто он после этого? Хочется спросить мне все того же Сергея Шнурова.